Ну что ж, приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну и давайте быстро пробежимся. Как я и говорил, если Холли будет все той же Холли, она и была в клетке, будет полнейший D-класс. Так и произошло. Холли Холм разобрала свою оппонентку просто на части, не оставив ни одного намека на какой-либо конкурентный, возможно, даже раунд. Может, из первых двух что-то и можно было выбрать в полнейшем, скажем так, полнейший D-класс. Ну что ж, друзья, кто ставил, с победой, что могу сказать, поздравляю. Дальше, Жермейн, друзья, тоже, скажем так, ну там быстро все события развились, мощнейшая гильотина, она уже сама сигнализировала, что ее оппонентка отключилась, все, алло, рефери, вы где? В общем, можно так описать одним словом этот бой. Тоже с победой, кто писал, что брал в экспресс, друзья, тоже поздравляю. Я, к сожалению, не имел поставить ни копейки возможности на эти события. Вот, но всех остальных с победой. Также Баранчик против Хосе Сепеды. Дичь дикая, что происходило в этом поединке. На это стоит взглянуть, друзья. Забейте на ютубе, посмотрите вы этот бой. Столько, наверное, нокдаунов, и, казалось бы, в первых трех раундах Баранчик все должен был зарешать, да? Но зарешал в пятом Хосе Сепеда, да? И отправил в глухой нокаут Баранчика. Что ж, перед тем, как делать какие-то выводы, друзья, по этому бою просто no comments, трэш. А дальше смотрите сами, друзья. Я больше ничего не могу сказать. Вот после просмотренного, может, и напишите комментарий по поводу этого боя. Ну, у меня, в принципе, так на этом все, друзья. Если кто хочет поддержать мой канал, его дальнейшее хорошее развитие, номер Киви оставляю в описании. Вот. У меня на этом все, друзья. Будем прощаться. До новых прогнозов, до новых встреч.